хороший прошел скачок, как только мы стали в пару. Все благодаря поддержке, поддержке тренеров. Спасибо большое руководителям клуба Наде Владимировне Малиновской, Василию Андреевичу Соколову. Спасибо нашим родителям, конечно, которые всегда поддерживают нас. На Но это не самый лучший наш результат. Мы стремимся к М-классу. Вот. И добиваемся всего самого лучшего. Вы выступаете хорошо в Москве, я смотрю, там уже как-то очень хорошие результаты. То есть вы по-моему все ставите как у М-класс или все-таки картинку? На данный момент главный турнир, к которому мы готовимся, чемпионат федерального округа. Uh-huh. Минимальная задача — войти в финал. Будем бороться за призовые медали. А также у нас будет после чемпионата ЦФО, у нас будет чемпионат России. Задача — войти в топ-30, наверное, лучших пар России. Вот такую планку для себя ставим в этом году. Удачи вам. Последний вопрос. Как вам выступало здесь, в Твери, на чемпионате области? Очень была видна поддержка. То есть это наш родной город. И мы видели, как все за нас болели, родители, тренера, то же самое. Наши ученики с клуба. Красивое оформление, да, очень хорошая поддержка. Поддержка родителей, поддержка тренеров, поддержка одноклубников, что в целом, на наш взгляд, тоже сказалось на нашем результате.